Огромный-огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снимаю для вас АСМРочку, необычную АСМРку. Я буду сегодня говорить не шепотом, а в полголоса. Это необычная АСМРка для меня, потому что я первый раз снимаю АСМР на улице. Если вам понравится видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новых роликов. В общем, я хочу начать. Смотрите, какое у нас красивое голубое небо. Я только что снимала обзор на свой заказик косметики на природе. Ссылочку внизу я оставлю вам под этим видео. Обязательно посмотрите. И еще тут пролетают различные мушки. Сижу сейчас в машинке. У нас уже закончился пикник. Мы сегодня жарили шашлычок. Сынулечка у меня тут рядышком спит в колясочке. И мои вон там вот папа и кошка рыбак. Я хочу сейчас вам показать вот такие вот кисточки. Кисточки от Real Techniques. Сейчас мы с вами их откроем и посмотрим, как они выглядят. Тут еще, посмотрите, не только кисточки внутри, еще тут есть 4 маленьких спонжика. Самое интересное то, что эти спонжики, они разноцветные. И они под цвет кисточек. То есть нужно, видите, для каждого корректирующего средства иметь свою кисточку и свой спонжик. Так, прикольненько. Это лимитированная коллекция. Очень красивая такая коробочку. Давайте посмотрим на обратной стороне, что. Вот, смотрим, вот такая вот кисточка. Фиолетовый спонжик. Мне больше всего вот салатовая нравится. С салатовым спонжиком. Тут еще написано немножко что-то. Перевод есть. Набор цветных кистей. Так. Лавандовый оттенок для коррекции желтизны и тусклого тона кожи. Видите, все написано. Персиковый оттенок, зеленый корректор. Все нужно будет почитать. И состав — резиновая ручка написано тут. Ребята, я слышу, как кукушечка кукует там. Вдалеке. Кукушечка. Блин, так классно на природе. Птенечки зачирикали. Так классно. Напишите в комментариях, как вам идея снимать АСМРки на природе. Если вам понравится, то как мы будем ездить куда-нибудь, я буду снимать вот такие летяшки. Отличные голоса птичек. Это небо вообще классное, да, ребята? Волшебное, смотрите, там. Тут облака. Я тут открыла коробочку, и вы только посмотрите, какая красивая там бумага внутри. Это красота. Смотрите, прям волшебство. Так вот она отражает всем. Блестит. Вот
Классно. Просто красота. Интересно, небо будет отражать? Облака. Облака. Смотрите. Это просто красота. Вот такое вот небо отражает. Будто бы северное сияние, волшебство. Смотрите, кто рыбку поймал. Рыбка, какая рыбка. И все, схватка. Покажите мне рыбку. Крой, по-моему. Какая рыбка. Ребятки, не успела я поснимать для вас. Проснулся Сережка. Да, и теперь сидит тут и тарабанит. Сережка поедет за рулем. За рулем сегодня Сережка поедет. Куда ты? Куда? Моя чумасая девочка пришла. Мама тут кисточки открыла. И Кузьку красить будем. Сережка. Она такая нежная, мягкая, пушистенькая. Смотрите-ка. Посмотри, какая кисточка пушистая. Только на ротик. Нет, кушать нельзя кисточку. Кушать нельзя. Сейчас Сережка будет здесь. И сумочку для вас снимаю. Смотри, какие Сереженька стразики. В эту сторону юбочка зелененькая, в эту сторону серенькая. Я говорю, рыбка вкусненькая еще, она где еще поймали. Еще две поймали. Только посмотрите, какие нереально классные здесь кисточки.
Вот они такие красивые. Я две вытащила, розовенькую и зелененькую. Ребятки, не получилось снять видео до конца, к сожалению. Серёженька не даёт. В другой раз как-нибудь ему покажу кисточки до конца. Такие ножки. Всем пока. Надеюсь, хоть такая небольшая часть видео вам понравится. Кстати, облака, смотрите, уже все убежали. И мы тоже собираемся домой. Он мой рыболовый.